Доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала. С вами снова я, Еноточ. И сегодня мы с вами, конечно же, играем в союзники. Но, к сожалению, не с Блэк Даком. А, не думаю, что я Бовен. Понятно. Вот я такой новый скин купил. Мне новый сет. Ауч. Сначала у меня был Керамбит. Клоу. Ну, ой, не Клоу, а другой. Скрэч, но он мне очень сильно не понравился. Не берите. А челик со софтом. Откуда у нее инфа была, что я здесь? Понимаю. Ну, чел. У нее очень много каток от меня. Посмотрите. Это ненормально. Это он кому? Также дробь. Прикупил. Боже, как же я ненавижу этих челов, они так матерятся. Почему вот нельзя этих замутить? Ну чё, сколько задамажить надо? Тим, ну пожалуйста, ты же не попуск. Ну давай, бери дроп и наизи их. Что ты делаешь? Так, давай, хорош. Сделал. Реально, очень много людей думают, что я реально обоин, потому что у меня клан мега похож. И все остальное тоже очень похоже. Такая вот у меня новая эмочка. Ну, не очень подперти, но... Да нет, я не буду подсад. Это самое тупое, что может быть. Это самый отстойный подсад. Сам отстойно подсад, реально на лонгу. На хорош! 16 я почти никогда не беру. Так, прошу прощения, сейчас делаю потише, чтобы вы меня слышали. Я ненавижу тот подсад, потому что там, ну, камон. Только крысы сидят. Так. Да не буду я подсад, ну... Окей, давайте реально посмотрим, что он будет. Да ты материшься, не, я не буду. Да я не буду, я сказал. А инфа. Инфа есть. А инфа есть. Замутим нашего чела. Мьют. Погнали. Вообще уже по-мужски сыграем. Ты в муте. Ну какой хэт он? Вы видели, что он делает? Я выхожу вот так вот. И он дает мне тап. Ну не тап там был, но, блин. Реально, чел. Что это было? Найс! На этого и на этого. Может быть, он даже бустится, а не в пати. Ненавижу, когда люди матерятся. Ну, камон, блин. Ролики мешают снимать. Чел тупо в дым зажал. Ну, да, у меня не было ни одной инфы, что там. Снимаю. Я хакер, я читер. Софт еще. Не, я то же самое делаю, но вы не представляете, через сколько я читов прошел. Через триллионы, через тонны, я не знаю. Мегатонны. Читов. И теперь даже нормальная игра воспринимается, как будто там сборище софтов. Да. Надо было, знаете, замороженный керамбит покупать. А я купил кое-что другое, но зато это совершенно новый сет, и у меня даже... Ну, конечно, на инфе выхожу. Ребят, вот скажите, я софт или нет? Видите, как я проигрываю, как я бомблю на сетах. Я софт. Ха, реально, я тупо с инфой выхожу.
А ну сколько тебе в хэт надо дать? Ну вот сейчас вы увидите мой новый сет. Я считаю, такой сет заслужен лайка, реально. Неплохой сет, неплохой, но достаточно дешевый. И вот. Прямо сейчас вы его можете наблюдать. Мне кажется, прикольно, реально. Я фанатею по тычкам очень сильно. Я обожаю тычки. И в следующий раз буду покупать тычки Гаранги. И также перчатки Панки. Вон. 1-2, как обычно. Да, сколько тебе надо задамажить, я не понимаю. Чел бесит. Так, берем вот такую. У меня и коллаж другой, вы сейчас увидите его, он очень классный. Реально. Я так стараюсь, я так подбираю сеты. Если вы хотите, чтобы я вам, типа, сделал ролик с сетами, то ставьте лайки. Так. А, боже, он сейчас подумает, что я софт. Я услышал его флешку. Боже, они сейчас реально начнут материться, что я софт. Я уверен. Я просто уверен. Боже, я осуждаю. Я сильно осуждаю. Ой-ой-ой. Ну, думал в это. Ну, конечно, это ВХ. Конечно, это ВХ. Конечно. Дура, суха. Да я чекаю всегда так. Ноль. Понимаю. Почему стендов после смерти не засчитывает никакой килл? Я этого не пойму. Чел. Ну, посмотрим на игру этого чела. Ой, ну вот это киберспорт просто. Скилл. Вот, и вот мой коллаж. Еще перчатки были бы на тон светлее, и тогда вообще просто такая бомбическая штука. Скилл, на. Реально осуждаю этих обезьян. Сколько тебе в хэт надо дать? 31? Зажима в хэт? Стендовчик, может быть... Ты хочешь немного рек урона поправить? Так, намечек маленький. Хочешь? Не, реально, стендов. После смерти, пожалуйста, сделай, чтобы регало. Я тебя прошу. Ну хотя бы тогда бы хае залетел на ноль. Да ты не попал хае даже. Идем хаешку. Ну, мне кажется. Так. Да сколько? 68, понимаю. Понимаю. Чел, ну что ты делаешь? Мог обойти. Ну ладно. И у меня тиммейты, как всегда, гений. Чекнем киллы. А, ну кстати, у него почти как у меня. Киллов-то. Но играет не лучше. Ну что ты делаешь? Он без ушей. Боже, он как будто вообще без динамика играет. Да. Понимаю. Ну ладно, ладно. Не знаю, мне вот просто нравится анимация тычков. Она какая-то классная, что ли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Калашик отдал на базу. Туда. По токсичам. Спорим, сейчас польется 1000-7 матов. Что я чит? А, дура с ВХ. Да конечно, я с ВХ. Вы же не в одно место всю эту жизнь ходите. Не в одно место, понимаю.
Блин. Туда. Пожалуйста. Пожалуйста. Туда. Домой, клоунов, матерящихся. Ну, а на этом мы заканчиваем наш видеоролик. Всем удачи и всем пока.